Управление Роспотребнадзора совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями мэрии Черкесска продолжают рейды по магазинам города. Магазины продуктов и непродовольственных товаров, аптеки и заведения общепита проверяют на соблюдение норм безопасности, предписанные в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Наличие масок и перчаток у сотрудников, а также санитайзеров для клиентов и лент, разграничивающих социальную дистанцию между покупателями у кассы. При выявлении нарушений составляются акты несоответствия, которые передаются в мэрию города, где и будут решать, как поступить с торговой точкой. Указом главы республики масочный режим сохраняется по сей день. Кроме того, в общественных местах обязательно не только ношение маски, но и соблюдение социальной дистанции. Во-первых, я хочу сказать, что это мероприятие не однодневное. Оно проводилось и вчера, и сегодня. Я думаю, будет проводиться в дальнейшем. Данное мероприятие было организовано оперативным штабом при главе Карачаево-Черкесской республики по борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с тем, что у нас в республике опять начался подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, и было принято решение, что о создании рабочих групп из ведомств МВД, Роспотребнадзора, представителей мэрии города Черкесска.